Привет, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада видеть вас в бесплатной школе видеоблогеров. Сегодня я расскажу, почему у вас не получается загрузить на YouTube длинные ролики больше 15 минут. Самая первая причина, почему вы не можете залить на канал длинное видео, у вас просто не подтвержден аккаунт на YouTube. Чтобы исправить это, зайдите в творческую студию, раздел «Канал». Пункт «Статус и функции». Найдите блок «Более длинные видео» и нажмите «Включить». Вас перенаправят на страницу подтверждения аккаунта. Теперь просто следуйте инструкциям. Если же ваш аккаунт подтвержден, но длинные ролики все равно не загружаются на канал, то проверьте, не заявил ли другой автор права на ваше видео. Так как если у вас есть активная заявка Content ID, то длинные ролики добавлять на канал нельзя. И последняя причина – проблем с загрузкой длинного видео. Оно слишком большое. То есть его размер больше 128 гигабайт. Тогда просто сожмите файл в видеоредакторе и повторите попытку загрузить ролик на канал. Сегодня вы узнали, как загружать видео на YouTube длиннее 15 минут. Задавайте свои вопросы в комментариях и не забывайте поставить лайк этому видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!